Увы, аргументы достаточно вески. Смертельный напор темно-синего льда. Но первый помощник с улыбкою светской легко утешает взволнованных дам. Смеется и шутит, и глаз не отводит. Конечно, спасемся, конечно, не лгу. Скорее, сударыня, шлюпка отходит. Супруга, вы встретите на берегу. Уже под ногами и мокро, и зыбко, но снова воздравие не за упокой. Над морем звучит полоумная скрипка, ведомая вверх дирижерской рукой. Корму поднимает, вода прибывает, и лишь оркестранты беспечно мудры. Они на прощание друг другу кивают и все-таки не прекращают игры. Сегодняшний темп – безоглядное престо. Пусть нашего праха не примет земля, но главное, чтобы не сбился оркестр на палубе тонущего корабля.